Данила здесь. Сегодня поговорим о погоде на 31 июля. По Бурятии местами кратковременные дожди и грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам нашей республики ночью 12-17, днем плюс 20-25 градусов. По центральным районам ночью плюс 13-18, днем 24-29 градусов тепла. По югу ночью 13-18, по юго-западу холоднее, плюс 6. Днем 24-29, при дожде плюс 18-23 по Цельсию. В Улан-Удэ без существенных осадков и в целом прекрасная погода. Ветер северо-западный, ночью слабый, а днем до 12 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 25-27 со знаком плюс. Прекрасная погода. Атмосферное давление ночью существенно не изменится и будет в пределах 709-710, днем слабо падать до 708 мм ртутного столба. До конца лета остался один месяц. Не грустите, это ведь отличный повод отправиться на Байкал на все выходные. Отдохните в удовольствие. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.